OnePlus 9 RT увидит все же свет, но бренд уже точно не спасти, а они закрывают офис. Камера для Xiaomi 12 и Samsung S22 уже готова, ее презентовали. MediaTek уничтожает Qualcomm, а iPhone и Android смартфоны подорожают. Привет, друзья! Ну что, у нас пятница, а это значит новый новостной выпуск на этом канале. И знаете, сейчас их настолько много, ведь производители стараются успеть выпустить как можно больше гаджетов под новогодние праздники и осенние праздники. Вы ж помните эти всякие видео, когда забегает толпа людей на Черную пятницу, скупает все, скупает, скупает. Вот именно под эти дни производители выпускают смартфоны. Летом они зачастую этого не делают. И вы понимаете, сейчас такое большое количество смартфонов хотят выпускать, что мы решили выпустить отдельное видео с самых ожидаемых гаджетов конца 2021 года, которые однозначно стоит будет купить. Ладно, а мы переходим сейчас к новостям. И мы начинаем с вами с нашего любимого бренда OnePlus. И вообще, история погружения OnePlus в Oppo, это прям звучит очень хорошо, уже у нас долгое время длится, и все мы слышали кучу новостей, и не только новостей, а реальных фактов. И все началось тогда еще с Nord-линейки, которая была, знаете, такой солянкой из смартфонов Realme и Oppo. Дальше у нас появились новости об объединении отдела разработок компаний в декабре 2020 года. После у нас выпустили в Китае OnePlus 9, который, кстати, мы купили, делали на него обзор, и он уже был на Color OS. А это настройка именно в смартфонах Oppo. Ну и Nord 2, который совершенно недавно вышел, и у него Oxy 11.3, это полностью Color, только с шторкой от OnePlus и некоторыми другими дизайнерскими элементами. То есть мы видим, что OnePlus, к сожалению, уже нет. И ситуация дошла до того, что сотрудники индийского офиса начали массово увольняться с OnePlus. И вот последний звоночек, компания закрыла свой офис и перебирается в штаб-квартиру Oppo. Они даже вот отдельный ностальгический ролик выпустили по этому поводу. Правда, в новом офисе им выделят не очень много места, к сожалению. Скорее всего, будут заниматься дизайном своей продукции и, ясно дело, шторкой. Больше к программному обеспечению команду с Индии не допустят. И можно так сказать, новым смартфоном компании OnePlus, ну, будем называть ее OnePlus, все же она будет, ведь Oppo хочет продвигать ее на глобальном рынке как некий флагман. И у нас зреет новость, уже созревает, и уже серьезно уже говорят все о том, что у нас будет OnePlus 9 RT. 9R был у нас тоже на обзоре, этот смартфон выпускали в большей степени для Индии и для Китая. И, в общем-то, я должен сказать, что именно обзор 9R на нашем канале набрал даже больше просмотров, чем OnePlus 9 Pro. Ведь он интереснее, ведь за $400 нам дали очень интересные характеристики и грозятся, и говорят о том, что в 9RT, в следующем смартфоне, уже, можно сказать, от компании Oppo, у нас будет изменение серьезное по камере. Ведь модуль Sony IMX586, который стоит в 9R, ну, в том смартфоне, который сейчас продается, ему уже 2 года, блин, с него уже что-то вытянуть невозможно. Мы в обзоре это показывали, что он мажет конкретно. И 9RT, скорее всего, добавят новый сенсор Sony IMX766, который на самом деле очень перспективный. Самое главное, что программное обеспечение от Oppo уже дотянуло его и давало нам хороший результат. И важнее всего для нас лично это цена. И надеемся на цену $400 в Китае, тогда этот смартфон будет достаточно интересным. Потому что ему реально наступают на пятки конкуренты. И вот тот же Poco F3 на Алиэкспрессе в акции, которая совершенно недавно была, продавался за $290. Poco F3 за эти деньги очень неплох. И мы публиковали эту новость в нашей группе Telegram со скидками. Это было все на акцию. Ну и также Poco X3 Pro был по цене $197. Ребята, короче, подписывайтесь, потому что там у нас бывают очень классные купоны и скидки. Ссылка будет внизу в описании. А мы переходим к Гуглу. Как ни крути, эта компания имеет большое количество инженеров, хотя им, скорее всего, в команде нужны люди, которые будут делать правильные презентации. Я думаю, что вы помните последнюю их презентацию, она была как будто бы на кухне все. Так вот, эта компания на самом деле славится тем, что они ставят акцент во всех своих разработках на искусственный интеллект. И разные технологии
технологии улучшения изображения, чего вообще стоит портретный режим в пикселях. Он был прорывной тогда. Google переводчик есть, который научился составлять зачастую вменяемые предложения. Вам же китайцы на Алиэкспрессе через Google переводчик отвечают, там, твое-мое не понимаю, но что-то пишет нормально. Тот же ассистент, который на презентации показывали, и в США через него, ну не через него, а он может для вас заказать пиццу. И вот компания Google уже готовит новый прорыв, и это на самом деле очень интересная вещь. Знаете, есть вещи, которые, на которые ты смотришь, думаешь, ну окей, сойдет. А то, что видишь сейчас здесь, говоришь, вот Google молодцы. По камере они всегда могут, а теперь они будут улучшать серьезно изображение. И вы только посмотрите на это. Это не просто какой-то апскейл, а анализ фото, сопоставление из существующего в интернете и попытка восстановить даже мелкие детали снимка, включая морщины. И мне это очень нравится, ведь какое-то время тому назад у нас все ставили акцент на сжатии файлов. Я думаю, что мы помним, когда фотографии весили 15 мегабайт, и сейчас у нас все сжимается до 3-4, потому что все хранится в облачных хранилищах. А сейчас у нас, скорее всего, возможно, даже в Pixel 6 Pro, я очень на это надеюсь, появится эта технология, которую Google нам сейчас показывает. И представляете, 100-кратное приближение, и при этом у тебя идеальная фотография. Вот это будет крутяк. Я еще помню тогда, когда брал Pixel 3 и делаешь Crop X2, они уже тогда дорисовывали очень много чего фотографии и типа не нужен был портретник. А сейчас они прорыв делают в этой сфере. И к слову о пикселях. Много было слухов о том, что новый Pixel 6 и 6 Pro представят нам 13 сентября за день до предполагаемой даты презентации новых айфонов. Но знаете, вся вообще эта конъютель, связанная с возможной презентацией, мне кажется, сейчас производители очень серьезно играют между собой, знаете, в игры. Когда же у нас будет презентация? Ведь, в общем-то, лучше всего подстраивать свою презентацию под более именитого, точнее, под бренд, который продает больше всего смартфонов в мире. А, и вот сейчас, типа, Apple, то у нас середина сентября, то сейчас, возможно, конец сентября, то, возможно, вообще будет октябрь, никто ничего не знает. Так вот, Джон Проссер, я именно так его назову, он опроверг слухи о том, что это вообще именитый сливщик информации по поводу многих вещей. Он опроверг информацию о том, что Pixel 6 у нас будет в сентябре, и скорее всего мы будем его ждать в середине октября. И тут даже подкрадывается мысль, а вот помните, мы в прошлый раз говорили о том, что Google и Apple в принципе так немного между собой сотрудничают. Возможно, Google кое-что знает про новые айфоны. Может быть, мы на самом деле ждем их именно в октябре. Но почему дата октября под Pixel 6? Все очень просто. У нас ожидается финальная версия релиза Android 12. И Google добавляет на сентябрь еще одну бету. Кстати, на iPhone тоже вышла совершенно недавно новая бета. И ожидается, что релиз Android 12 будет для всех вместе с новыми пикселями. И почему, друзья, я очень сильно жду Pixel 6, 6 Pro особенно. И я думаю, что вы тоже должны его ждать. Ведь, друзья, у нас там будет новый дизайн. У нас там будут новые камеры. Это вообще, знаете, как новое серьезное обновление, ведь до этого Pixel ставил только один свой известный модуль. А также у нас будет свой процессор от Google, это тоже все очень интересно. И также у нас, к большому сожалению, уже не будет Google модов. Новый процессор, все закрывается, хрен его знает, что там будет. Но знаете, что самое интересное? Этот новый Pixel будет практически полностью состоять из компонентов Samsung. Камера, процессор там будет делаться, и экран тоже, все из Кореи. Но Samsung вряд ли будет конкурировать с Pixel и будет играть на других аспектах, а именно мегапиксели. И все очень смешно, ведь совершенно недавно компания Samsung говорила нам о том, что, ну, 50 мегапикселей всем хватает. Это оптимальное разрешение для самых идеальных снимков. И вот компания Samsung презентует нам новый сенсор. 200 мегапикселей, и называется он HP1. Это тоже очень смешно, потому что HP, у нас есть производитель принтеров разных, и зачастую мы, когда говорим HP, то расшифровывается оно «хуй плакать». И, конечно, с этим сенсором я уже вижу владельцев новых Xiaomi 12 и S22 Ultra, которые появятся у нас в 2022 году. И знаете, скорее всего, вечером может все мылить, и потом только через полгода у нас программное обеспечение подтянется. Но на самом деле сенсор достаточно интересный, потому что размер пикселя у него 0,64 микрона. И что будет происходить? 4 пикселя будут складываться в 1 пиксель, и у нас будет получаться 50-мегапиксельный снимок. Но что самое интересное, эти 50 мегапикселей еще могут учетвериться, и получится у нас, что еще
4 мегапикселя, из тех 4 мегапикселей складывается еще 1 мегапиксель, и получается у нас 12,5 мегапикселей. Вы ни хрена не поняли, но это достаточно интересно. И, наверное, я даже немного запутался, когда я сейчас что-то говорил. И, честно вам сказать, такая затея лично для меня, ну, как бы может повернуться в неудачу. Надеюсь, Samsung вместе с Olympus, именно они помогут настроить данный датчик для S22 Ultra, смогут таки обуздать этот сенсор. Также этот сенсор будет давать возможность записывать видео 8К 30 кадров в секунду и 4К 120 кадров в секунду. В принципе, OnePlus 9 Pro сейчас это тоже делает. И, конечно, на презентации Samsung показали еще один сенсор GN5. И он меньше в размерах, чем GN1 и GN2. Размер пикселя 1 микрон. А это значит, что, скорее всего, мы этот сенсор увидим в более бюджетных решениях от компании Samsung и Xiaomi. А сейчас небольшое лирическое отступление, и мы поговорим про скидки. Потому что, друзья, у нас помимо основной группы Telegram, где мы постим скидки с AliExpress, у нас также есть группа для России и для Украины. И совершенно недавно там были просто крутейшие предложения. Для России роутер Huawei AX3 Pro продавался за 3900 рублей. Я могу вам его рекомендовать, потому что у нас ребята с команды его себе заказали и пользуются, и прям-таки кайфуют. Это Wi-Fi 6+. А для Украины продавалась прикольная электробритва Xiaomi на розетке по акции 350 гривен. Цена смешная, потому что, опять-таки, это акция. Так что, чтобы не пропускать такие скидочки, все ссылки внизу в описании. А мы сейчас с вами, друзья, поговорим про второй квартал 2021 года и продажи процессоров. Какой же процессор больше всего сейчас продается? И здесь, друзья, лидер MediaTek. Да, с того момента, как они выхватили лидерство Qualcomm, MediaTek продолжает наращивать свои мощности, и больше бюджетников появляется с этими процессорами, и средняков тоже. Люди хотят Dimensity при массовых проблемах, кстати, Qualcomm с перегревом и дефицитом интересных решений. И знаете, MediaTek сейчас уже в умах людей становится как стабильный проц для их смартфона. Ведь мы помним эту G-серию, G22. Ой, слушайте, не хочу вспоминать эти процессоры от MTK, потому что раньше это была большая беда. Сейчас Dimensity на самом деле один из самых стабильных процов, и многие производители пытаются выпускать на нем смартфоны. И тот же Realme 8 5G и 8i, который в скором времени у нас будет, тоже будут на Dimensity, новых Dimensity. И хотя у MediaTek пока что еще нету флагманского чипа, но вот готовится Dimensity 2000. Он будет конкурировать с новыми процессорами от Qualcomm, скорее всего они будут называться 898 или 895, но вот там уже попляшем тоже по-другому. Qualcomm, мне кажется, в скором времени загнется. Но эта компания кое-что еще делает, и делает достаточно хорошо. И совершенно недавно они представили свою технологию aptX Lossless. Все мы слышали о том, что у нас Apple и что-то у нас Spotify там еще готовят, переходит на эту технологию, и вот Qualcomm тоже хочет это сделать. А что это значит? Проводные наушники теперь не нужны, потому что они приравниваются к Bluetooth наушникам по качеству. Ведь данная технология позволяет передавать аудио без потери 24 бита, 96 кГц по Bluetooth все это. Да, именно массовое распространение lossless стримингов побудило Qualcomm действовать. И, скорее всего, мы эту технологию увидим в новых флагманских решениях от компании Qualcomm. Snapdragon 895 и 898, не знаю, как его назовут, как китайцы попросят, кстати. И, скорее всего, мы это все увидим в Xiaomi 12 и в Samsung S22. Так что выбрасывайте ваши дорогие наушники с проводом и покупайте дорогие наушники без провода. Все очень просто. Ну и напоследок ситуация с Apple и Google. Мы в прошлый раз о ней говорили, и она серьезно накаляется. А именно из-за того, что Apple вводила конские условия по сдиранию комиссию за любые транзакции внутри приложений, скачанных в их Apple Store или Google Play. Ведь Южная Корея таки приняла закон, и теперь Apple и Google будут получать меньше комиссии от взимаемых платежей внутри приложений, скачанных через Apple Store и Google Play. Но также теперь все разработчики могут выбирать альтернативную платежную систему, и, скорее всего, они будут отказываться от сервисов внутри приложения от Google и Apple. И взимание комиссии теперь у нас только 15% от мелких
разработчиков. Крупные разработчики точно так же будут платить 30%. Так что, на самом деле, с одной стороны, новость интересная, но с другой стороны, друзья, эти 15% или ту комиссию, которую не получит Google и Apple, однозначно будем платить мы с вами. Ведь данные законы также у нас сейчас в Европе и в США, и в скором времени, возможно, или айфоны подорожают, или любые Android-устройства, если Google теперь будет типа побольше денег запрашивать. Короче, все это однозначно на нашем с вами кошельке скажется. Все, друзья, с вас большой палец вверх и до следующей недели. Пока!